Те, кто рядом со мной, это избранный круг, наслаждайся. Привет, ты на канале Вэйап Мьюзик. Меня зовут Саша Вустайл, и сейчас мы будем смотреть с тобой Замбеты. Ну, у меня шрифт есть такой в фотошопе. Как я понимаю, Замбеты это такие должны быть, типа, эбрючка, мозги есть? А если найду? Айтюб, блядь. Но съемка уже нравится. Слушай, это не ирония, да? Это не комедия, как я понял. Это наши сняли Walking Dead. Walking Dead. На. Предсказуемо. ВК смешанные чувства. Ну, ебало, оно знатно, по идее, как будто по-настоящему. Фу, блядь, экшен, нихуя себе. Немое кино. Как я понимаю, это главный герой. Я видел его где-то. На заставке нас. Ну, мне нравится... В принципе, пока нравится. Вроде и грим прикольный, они еще так особо не показывают детали, как вот наши российские любят детали показывать, которые смотрятся нереалистично. А тут прям... Сука! Ван Гог, заводи, покатило! Горилла? Какая горилла? Поехали, поехали! Не кричи, слышу. Иди, Костя Дзю, что ли? Не, ну мне нравится, слушай, это прикольно, я буду смотреть. Ну, слушай, классный трек. Можно реакцию сделать на нем. Центрально-восточный аванпост выживших. Тима, салам. Ну чё, как всё прошло? Девушки, помоги. Покажи лагерь и дай еды. Я тебе чё, экскурсовод, что ли? Если не хочешь пускать, кто-нибудь другой покажет. А, не, я все покажу нормально. Как все прошло? Привет. Наконец-то доела. Хочешь, я тебе расскажу про наш лагерь? Наконец-то ты доела? Не-не-не, я не подкатываю. Это тебе, чтобы тут было легче ориентироваться? Ну, давай. Тут у нас не рай, конечно, но все же лучше, чем от мертвых бегать. А это что, новенькая? Меня Бека зовут. Ничего, персонаж. Мадина. Че, тебе рассказать про наш лагерь? Вообще-то я рассказываю. Ты вообще принес то, что обещал? Да. Давай быстрее. Надеюсь, на этот раз вкуснее? Да, я ягоды туда добавил. А, вся та же фигня, как дал бы тебе. Ну ладно, вечером увидимся. Че надо расскажу, че надо покажу. Давайте. Антагонист, да? Обозначен. Извини, я тут просто бизнесом занимаюсь. Продажей элитных алкогольных напитков.
Ладно, просто алкогольных напитков. Кстати, я сам варю на старом самоваре. Сейчас хотя бы штырить нормально. Раньше было вообще невкусно и не брало вообще. Кстати, будешь соль? Тебя как зовут? Блин, точно, я же не представился. Меня Нурбек зовут. Ну, прикольно, мне нравится этот персонаж. Что угодно. Хочешь, хорошее место тебе поселим. Не в эти палатки, а в коттедж с кроватью, двухспальную. Ты хотел про лагерь рассказать. А, так вот. Вон, видишь, в желтой шапке? Это кот, классный пацан. Один раз меня ребята избили, так он заступился за меня. С тех пор меня никто не трогает. Рядом в кепке это Фара. Как раз он меня и бил за то, что я взял его радио. Хотя он сам это радио украл. Вон та сладкая парочка, это Ван Гог с женой. Почему Ван Гог? Так он одним ухом почти не слышит. Одним вообще не слышит. Рядом его жена Камила. Он как-то спас ее. Потом они... Так и сказал бы. Прикольно вышло, да? Муж не слышит, а жена не говорит. Я считаю, это идеальная семья. Идеальная семья на туре. Сюда привез. А, это Тима. Тима глава поискового отряда. Он тут раньше меня появился. Говорят, он уже тут год находится. Раньше мы разбивали палатки в горах, чтобы нас не достали зомби. Но Тима нашел заброшенный горный пансионат. И теперь мы тут живем. Значит, я могу поговорить с ним о вылазке? Не, он не особо общительный. Может даже к нему не подходить. Он потерял 3 друзей, с которыми полгода прожил на воле. Полгода? Как это возможно? Он не рассказывает. Я знаю только их имена. Рус сильный и добрый. Мара умный. И Тиля. А Тиля какой? Не знаю. Тима про него меньше всех говорил. А эти девочки? Это же Сабина с Дашей. С ними есть еще третья подруга, Алина. Они как-то знакомы с Тимой. Тима на них злится и даже разговаривать не хочет. Но мне кажется, у Тимы с Сабиной даже что-то было. Но я не решаю спросить. Вдруг еще по башке получу. От Тимы? Точно. Потом еще от Тимы получу. А это кто? О, это полковник. Он тут самый главный. Он организовал этот лагерь. Рядом с каждым городом появляются такие лагеря. Хорошо, что у нас оказался полковник. Именно он нас поймал. Прикольно так. Подвели к этому еще более главному. Показали сперва одного, типа он главный. Время, сразу перейду к делу. Из ближайшего лагеря азбукой Морзе пришел сигнал бедствия. Я хочу, чтобы ты со своей командой отправился туда. Да может у них просто еды не осталось, и они засаду хотят нам устроить. Таких нахлебников очень много сейчас стало. Нет, это не нахлебники. Раньше там располагался научный корпус. И ходят слухи, что они близки к разработке вакцины. Опять же, по слухам, вакцина поможет нам бороться с вирусом. Поэтому, я думаю, неспроста они сигнализируют СОС после такого важного... Вакцина – стандартная тема. Завтра выдвигаемся. У вас есть координаты? Возьмите меня с собой. А у нас не принято подслушивать. Да ладно вам, как будто никто так не делает. Зачем тебе туда? Я знаю дорогу. Я с того лагеря. Кто у тебя там остался? Родные. Ладно, ложись спать. Завтра с утра выдвигаемся. Это еще не решено. Небезопасно брать гражданских на вылазки. Небезопасно в лесу заблудиться, товарищ полковник. А она будет нашей картой. Но если никто не против, с утра выдвигаетесь. А сейчас свободны. Отдыхайте. Так, что будем делать, ребята? Пойдем, я тебе там расскажу. Водить надо, водить! Куда валить надо? Куда валить? Бля, вот этот персонаж мне тоже нравится. Кот! Слушай, может полайн поменяется, а то как будто у меня кривой. Че, у мужиков иногда такое бывает? А почему так громко? Да это единственная музыка, которую этот глухой слышит. Это что такое? Подожди-ка, Ван Гог. Дай назад. Это что за фигня? Выходим. Нифига себе находка. Чё, пацаны, развлечься не хотите?
Интересно, кто ее сюда поставил? Да хрен его. Кто-то же это сделал, правильно? Веревки натянул, надул ее. Может, это ловушка? Для кого? Для голодных животных, что ли? Или волков? Если это ловушка, то ее явно сделал кто-то тупой. Стволы опустили? Может быть, я ей плохо слышу, но вижу очень хорошо. Маску сними. Рус? Это что, его знаешь? Родной, я ж тебе целый год! Хорош! Я тоже рад тебя видеть, Рус. Базару нет тут красиво. И чё, ты все это время здесь жил? Рус. Да ладно, брат, давай собирайся, поехали отсюда. Куда? В лагерь к нам, там пообщаемся. Не поеду никуда. Не, здесь хорошо. Кажется, ты один из его друзей. Да, по описанию это Рус. Я слышал, он их кинул? Да не, хорош. Когда он кого-то кидал? Тима надежный друг. Разве вот так вот общаются с надежными людьми? Рус, что ты гонишь? Не хочешь с другом ехать, что ли? С каким другом, Тима? Вот так не говори, да, брат, реально? Друзья не кидают. Если бы не ты, Тиля остался бы. В смысле, ты что, знаешь, что с Тилей? Эй, Рус, говори давай, блядь! Тиля умер. Он себя взорвал, чтобы нас спасти. Нормально. Нам тем более надо вместе держаться, брат. Угу. Чтоб ты нас опять кинул? Эй, блядь, я в прошлый раз... Эй, Тима, хватит отмазываться. Да, тем более скоро жена моя должна прийти. Я не хочу, чтобы она вас здесь видела. Уходите, ребята. Жена? Да, Тима, я счастлив. Валите отсюда. Рус, чё ты гонишь, да, в натуре? Эй, я столько времени потерял, чтобы тебя найти. Эй, ты знаешь, сколько сил на это ушло, блядь? Эй, ты представляешь, чем все мне пришлось найти, нахуй? Заткнись, Тима, блядь, заткнись! Эй, это ты не знаешь, через что я прошел? Вали отсюда! Че, уже? Да. Пускай отлимается. Завтра заедем. Погнали отсюда. Ну, прикольно, прикольно. На эмоции пробило это. Что они хотели? Хотели, чтобы я поехал с ними. Ты рассказал им про меня? Нет. Почему? Тебе нужно ехать с ними. Я не хочу. Да я и боюсь. Мне с тобой хорошо. Давайте все четко сделаем и валим отсюда. Ван Гог, ты пока разворачивайся. Что? Разворачивайся! Мадина, может, ты в машине останешься? Ну, вам же и внутри проводник нужен. Ладно, поехали. Что за херня? Что здесь произошло? Походу, всех перебили. А где их трупы? Ну, слушай, прикольно. Я это смотреть буду прям. Ты сзади. Как ходячие мертвецы. У
Офигеть. И что здесь было? И всю кровь первый раз видишь. Я первый раз слышу такую тишину при этом. Пацаны, я, конечно, извиняюсь, что перебиваю вас. Жди меня. Но надо что-то делать. Кстати, спасибо за то, что всех зомби перебили. Каких зомби? Здание пустое. В смысле пустое? Эй, Тим, иди-ка сюда. Эй, Тим, мы сюда за вакциной приехали. Видишь, сколько их? Машину все не уместится. И что ты предлагаешь? Их здесь оставить? На горбу нести. Эй. Ну, их реально много. Походу, придется вернуться. Что? Сюда? Еще раз? Пацаны, без меня. Короче, план действия таков. Сейчас мы возвращаемся за подмогой и потом приедем спасать вас. Да вы же врете, вы за нами не приедете! Так, так! Ладно! Сначала пойдем мы с командой, вы идите за нами. Все равно в здании нет никого. Только давайте побыстрее, хорошо? В здании нет никого. Понял. Откуда они появились? Они что, засаду устроили? Сам не знаю. Они быстрые зомби, да? Не как в ходячих мертвецах. Нормальный такой экшен. О, пиздец, драма. Нет, 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 нет. Мадина, надо уходить. Нет, 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 нет. Оставь его, он не жилец. Я не оставлю его. Слушай, пожалуйста, оставь меня. Пожалуйста, уходи, пожалуйста. Юрий, люблю тебя. Пошли! Пошли! Нет! Оставь меня! Нет! Нет! Знаешь, что делать? Кот! Давай быстрее! Блять. Это что за, блядь, игра престолов, типа, положительного персонажа? Ёбнули двух сразу. Фара, давай, быстрее, где кот? И чё ты молчишь, бля, где он? Тима, Тима, надо бежать, его уже не спасти. И куда бежать, бля, где как кот? Как ты не поймешь? Он теперь один из них. Если мы сейчас не уедем, нам всем крышка. Блять, садись, поехали. Сука. Давай резче, чё встанет? Я тебе говорил никуда не выходить. Чего ты теперь плачешь?
Привет, как все прошло? А где кот? Как все прошло, Тим? Давай не сейчас, Нурик. А это кто? Тим, ассалам. Как ты? Нормально. Ну чё, как операция прошла? Нормально. Я тут подумал, может, возьмете меня в отряд? Зачем? Ну, чтобы я вместе с вами ездил и вопросами тебя потом не доставал. Нурик, там опасно. Нечего тебе там делать. А вот этот новенький, это твой друг? Да. Классно. Скоро всех друзей так найдешь. Нурик, иди куда шел. Ну, я к тебе шел. Макс подговорился это сделать. Да и мы понимали, что если останемся, ничего хорошего не выйдет. Правда, он нас потом бросил, забрал все, что мы у вас забрали, и пропал. Вас, конечно, понять можно, глядя на пацанов другого и не ожидаешь. А как остальные, как Даша, как Алина? С ней все хорошо. С Алиной тоже. Как узнала, что ты вернулся, места себя не находит. Вот, привожу тебя в порядок перед встречей с ней. А вы тут как оказались? К счастью, мы смогли добраться. Правда, я еще раз у пацанов машину угнала. Только вот Тима меня за это винит. И за машины? Нет, за пацанов. Ну, может, можно их еще как-нибудь найти? Мара, год прошел. От них никаких вестей. Да, надо поговорить с Тимой. Все? Типа, она что, этот вирус, блядь, чуть ли не воздушно-капельным путем передается. Типа, у него там кровь на губах что была. В лагере. И с тех пор прошел год. А пацаны, они живы? Конечно, живы. Не, ну просто столько времени прошло, и это так опасно. Для Мара это не обсуждается. Ну, Рус точно жив, да? Ну, а я все это время был в лагере. И все было хорошо до момента, как ученые не нашли вакцину. В смысле? Наши ученые считали то, что нужно перевести эту вакцину в секретную лабораторию, чтобы изучить ее получше. А военные считали иначе, они хотели оставить ее себе. Зачем? Как ты еще не понял, Тима? Вакцина может изменить мир. Ты понимаешь то, что это как новая нефть или золото? Тот, кто владеет ею, может установить новый мировой порядок. И поэтому военные устроили у нас в лагере переворот. А всех несогласных заперли в подвале. Но нашим ученым как-то удалось, похоже, перевести эту вакцину в эту секретную лабораторию. А потом пришли заблудшие и заразили всех военных. Слушай, странно все это как-то. Заблудшие? Когда мы к вам приехали, там никого не было. А когда выходили, нас уже ждала эта толпа зомбаков. Как будто ловушка какая-то. Эй, новенькая! А ты чё на гранах сегодня? Спать легла? Или чё, может, тебе показать ночной лагерь? Ты сегодня вообще какая-то неразговорчивая. Чё, может, выпьем? Я тут принес на двоих, точно хватит, а? Сейчас она выпьет. Чё, Ваня, давай. Тебя. Что хочется сказать, это прикольно, мне нравится, что есть персонажи такие, прям забавные, характеры у персонажей прописаны, очень прикольные, сюжет интересный, я прям сидел, так это, с интересом смотрел, в общем, и я ставлю лайк, что думаешь ты, пиши комментарий, подписывайся, а я пошел смотреть вторую серию, пока!